Главная площадка, где пройдут основные мероприятия, театральная площадь, засияла разноцветными огнями. Рождественские домики привели в порядок, отремонтировали и покрасили. Но больше всего привлекает внимание новинка этого года – световой туннель на улице Горького. Его монтаж завершился только вчера. А вот так называемое «звездное небо», которое раскинулось над рождественскими домиками, сделали еще на выходных. Остались незначительные доработки, и Анапа будет полностью готова к встрече Нового года. Главное – это наша ель, которую мы установили на театральной площади. В этом году это новая ель, 22 метра. В общем-то, мы ее украсили. На ней очень большое количество гирлянд, игрушек. Поэтому мы надеемся, что жителям и гостям будет очень нравиться.